Поручик Ржевский, мой жених. Oh!
Родной мне всем стал честным.
Дайте нам дармо. Да.
не мужчина я. Вам жаль, жена. Ведь вы же мой учитель гусарской должности. Да ничего не знаю. Под обещание нам не жениться. Могу я вас освободить, коль вам угодно. Мне стыдно вам смотреть в глаза. Вы презирать должны меня. Хотел бы навсегда проститься с вами. Мой великий, стоишь за же? Ответьте мне только на один вопрос. Теперь, когда свое мнение о Шурочке вы поменяли, хотели бы вы сейчас? Ну да, конечно. Позвольте руки мне ваши соединить, на сердца уж соединили сами. Полина Бунчук-Юлова.